Не прошло и месяца с тех пор, как браслет Умка представили широкой аудитории. Новый аксессуар призван заменить карточки и брелоки для оплаты проезда. Презентовали браслет в 6 различных цветах. Зеленый для школьников, желтый для студентов. А горожанам 4 цвета на выбор. Черный, красный, серый и синий. Наша съемочная группа стала счастливым обладателем браслета черного цвета. Теперь настало время испытать его. Сперва необходимо положить деньги на браслет. В нашем городе это можно сделать только в 11 киосках по продаже проездных билетов. Нам повезло, один из них был в пределах досягаемости. Здравствуйте, я хотел бы пополнить браслет. Можно 100 рублей на него положить? Да. Никаких проблем не возникло. Нам также объяснили, что на браслете может быть один из двух тарифов. Можно использовать его как кошелек, периодически пополняя баланс, либо в качестве проездного. По словам продавца, тариф можно поменять абсолютно бесплатно. Теперь проверка боем. Расплатиться в общественном транспорте. Здравствуйте, хотели бы браслетом оплатить. И за оператора попробовать через пальто. Возьмет она или нет? Два раза нельзя. Нельзя? Это первая проблема, с которой столкнулась наша съемочная группа. На браслете стоит тариф кошелек, но расплатиться можно только один раз. А вторая попытка расплатиться через пальто успехом также не увенчалась. Еще один зимний минус. Но все же реакция кондукторов в общественном транспорте положительная. Единственной сложностью при оплате в маршрутном такси является то, что необходимо снимать браслет и передавать его вперед. А вас вообще часто по браслетам оплачивают? Вы первые, сколько есть. Оплата прошла успешно, но вновь только за одного человека. Да и судя по отзывам в интернете, при оплате проезда в маршрутных такси отрицательных сторон и без того хватает. Напомню, что терминал, берущий плату за проезд, висит обычно у кондуктора на груди, а в маршрутках надо обязательно снимать браслет и передавать его водителю. Так что пользоваться им, не снимая с руки, невозможно. Еще одна проблема – количество маршруток, на которых есть наклейка «Умка». Их не так уж и много. Простояв на остановке полчаса, я выяснила, что только 8-я маршрутка имеет эту самую наклейку. Сейчас модный аксессуар только начинает входить в жизнь горожан. Остается надеяться, что со временем исправят все ошибки браслета «Умка». Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».